Добрый день, уважаемые зрители нашего канала, с наступившим вас Новым годом и наступающим Рождеством. Сегодня мы вам расскажем, как можно произвести ремонт замка на V211 E-классе. Видим, что вставляется ключ, и ключ не принимается, пишет ошибку. Машина заводится с 15 раза. И после этого глохнет и в спящий режим машина выходит. То есть понятно, что глючит замок. Перед этим мы подключили диагностику, конечно, и произвели полное диагностирование автомобиля. Об этом мы покажем далее в видео. Здесь демонстрация попыток завести автомобиль. Проверили также ключ, попробовали другой ключ. Все проблемы те же самые. Машина не видит ключа, то есть ключ она увидит и заводиться начинает, а потом вырубается и дальше машина засыпает. Очень типичные проблемы замка на старой машине. На разборе был взят заведомо исправный замок, но на американцах и европейцах они отличаются. Вот здесь мы подключаем диагностику. Предварительно не забываем подписываться на наш канал в Instagram, в группе ВК, ВКонтакте. Подключаем замок зажигания. Значение. Проверяем ключи и санкционирование доступа. Видим, что у нас есть разрешение, и при запуске оно пропадает. Сейчас мы увидим здесь глюки, вот видим, да, да, нет, нет, при включении и вращении замка. Видим, что значения у нас меняются. Должно быть, да, да, при вращении ключа, при включении зажигания, вращения стартера. У нас выскакивает нет, разрешение не дается, то есть отрубается замок. Тем самым мы понимаем, что у нас действительно неисправен замок. Вот, показываем здесь справа картинки, справа внизу, что... Нет у нас разрешения на запуск. Включаем, поворачиваем ключ. И у нас глюки происходят. То есть то есть, то нет разрешения, то есть, то нет. Поэтому у нас машина заводилась периодически, а потом глохла, потому что пропадали связь замка с ключом. Производим еще раз несколько попыток. После этого мы разбираем и снимаем непосредственно сам замок. Таскиваем приборную панель, разбираем снизу все. Просто так на американке не вытащить замок, потому что там стоит железная штучка, которая удерживает замок, его просто так не вытащить. Причем это только на американцах встречается, на европейцах не встречал такого, чтобы там подпор был железный. Не знаю, как он называется. Торкс 20 откручиваем приборную панель. Разбираем машину. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, чтобы продвигать наше видео. Мы делаем это для вас.
подключаем разъем аккуратненький, там фишечка. Сдвигаем и вытаскивается, она просто вытаскивается. Так, против часовой стрелки откручиваем кольцо на замке, чтобы снять его вовнутрь. Вовнутрь, да, заталкиваем, он проваливается туда. Для того, чтобы его разобрать, там внизу вытащить, нужно вытащить железку эту, которая подпор делает замку. Вот она, эта железка. Из алюминия, да. Без которой не вытащить замок там оттуда вообще никак. Кто знает, как она называется правильно, напишите в комментариях. Наконец мы добрались до всех болтов. Так, когда эта железка не стоит, можно приборную панель не снимать. В принципе, все снизу вытаскивается, разбирается замок. Но после этого мы... смогли вытащить замок. Также внизу у меня был ОБД разъем. Вот она, эта железочка, которая похожа на кастет. Да. И после этого мы можем вытащить и разобрать, проверить замок. Так как дополнительный замок, который мы приобрели, нам не подошел, там другая структура, немножко микросхема, мы заменили контактную группу. Вот на фотографии видно, мы заменили контактную группу на замке, собрали его. И после этого произвели проверку. Видим, что у нас ключ принимается. И машина заводится без проблем. То есть видим мы на диагностике, что у нас глюков больше нет, проблем нет. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ждите следующих видео.